Мечи потребовали досрочной отставки мэра города. На митинге Вячеслава Дураковского обвинили в разрушении маршрутной сети, завышенных тарифах на обслуживание и ремонт жилья. На Театральной площади собралось более полусотни горожан. Мечи недовольны новым порядком оплаты общедомовых нужд. Только с начала года в жилищную инспекцию поступили сотни жалоб о завышенных ценах и неправильно начисленных квитанциях. Люди требуют и возвращения материальной поддержки 200 тысяч рублей после рождения второго ребенка в качестве компенсации на погашение ипотечного кредита. Мы бегали, собирали справки, чтобы, собственно, успеть в эту программу, скорее, чтобы облегчить, так скажем, свою ипотеку. Одно из условий погашения своими средствами, это все копили, собирали целый год. Тут собрали, за справки заплатили, там в районе 3, по-моему, тысяч. Сложно платить за ипотеку. Ну, понятно, что мы рассчитывали свои силы, но 200 тысяч было бы очень хорошим подспорьем для нас.